У меня против этого есть аргументы. В СССР была смертная казнь, правда, была другая страна, и там такого рода убийств на территории СССР было намного меньше, чем у нас сейчас, а на территории Российской Федерации 4-5 раз меньше. И тем более же, ну, действует эта мера в Китае, действует в Сингапуре, в Малайзии, в Японии, кстати, в Америке. И поэтому здесь, мне кажется, Путин, ну, может, он говорил как юрист, а может быть, просто его смущает другое, что все-таки мы же члены ОБСЕ, всех европейских структур и всей европейской конвекции не предполагает вообще применение смертной казни. Наверное, здесь, потому что это значит отказаться снять мораторий, значит выйти из всех европейских структур. Здесь, конечно, крайне негативные гуманитарные последствия. Наверное, это. Вот это меня действительно волнует, и это меня интересует, и это очень важно. Значит, мне очень было...